О развитии туризма из первых уст. В Иваново приехал Василий Дубейковский, специалист по брендингу, путешественник и исследователь городов, чтобы поделиться личным опытом в этой сфере. Бесплатный семинар-практикум прошел в выставочном зале областного центра культуры и творчества. Спикер, которого мы привезли сегодня, Василий Дубейковский, это человек, который занимался брендингом именно малых городов, сам путешественник, у него собственный блог, у него куратор проекта «Сити брендинг». И то, что он рассказывает сегодня для наших слушателей, это некие практические приемы и механизмы, которые можно применить в брендировании конкретных территорий. Любовь к родному краю – это настоящий драйвер развития территории, уверена Ирина Крюковская, руководитель проекта «Сохраним лицо нашему городу». На своем опыте в Юже она убедилась, что сообща можно сделать многое. Сейчас у этого малого города сразу несколько брендов. Все наслышаны о красоте природы края, знают холлудскую лаковую миниатюру и Василису Премудрую, благодаря которой Южа появилась на сказочной карте России. Победив в конкурсе, в всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» в 2017 году, первый раз, одержав первую победу, мы поняли, что развивая местное сообщество, мы развиваем город, делая его туристически привлекательным. Очень много проведено мероприятий. И вот в 2018 году, выиграв второй конкурс, это «Культурная мозаика, партнерская сеть», проведя ряд мероприятий по сплочению, прежде всего, сообщества, увидев это нужно городу, и это делая все вместе, самое главное, мотив – это делая все вместе. Мы развиваем тем самым город. В ходе семинара участники узнали о конкурсах в сфере туризма и грантах. Кроме того, им рассказали о возможностях некоммерческих организаций. Существует сразу несколько фондов, которые готовы поддерживать развитие туризма в малых городах. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.